Всем привет, с вами снова Добрый Макс, и мы продолжаем проходить замечательную игру Шерлок Холмс Секрет Ктулху. Ну что ж, напоминаю, что в прошлой серии Холмс с Ватсоном попали на остров, где происходят какие-то ужасные вещи, а именно приносят в жертву несчастных людей, ни в чем не повинных. И вот, побегав немного по небольшому острову, мы обнаружили, следуя загадке, скажем так, Магинти. Так, секунду. Да. Следуя записке в книге «Отчаянные пираты» от середины трех морских гейзеров 30 шагов к барану, мы обнаружили вот такое отверстие, прикрытое камнем. Спустившись вниз, Холмс не смог удержаться на веревке, а точнее веревка порвалась. И вот сейчас мы с помощью небольшого кинжала открыли вот этот проход в стене. Ну что ж, давайте попробуем идти дальше. Надо как можно внимательнее осматриваться вокруг. Отлично. Да. Потому что я, как обычно, все пропускаю. Так, супер. А вот как раз есть и подземная карта. Пока смотреть на нее не будем. Вот вообще, конечно, было бы неплохо сюда залезть. Насколько я понимаю, это не совсем возможно. Потому что если мы залезем наверх, то в принципе докричаться до Ватсона. Ну хотя докричаться вряд ли, потому что все-таки это морское побережье. Да и погода не очень. Так, ну ладно. Замечательно. Бедняга. Алкоголь убил его. Я так и думал, что эта фляжка нам пригодится. Сейчас эта вещь бесполезна. Так, интересно. Угу. Сейчас эта вещь бесполезна. Интересно, зачем нам это может понадобиться? Так, ну ладно, давайте немного осмотримся. Вообще, мне интересно все-таки, почему игра называется «Секрет Ктулху». Потому что в оригинале звучит это как «Пробужденный». Ну, я так думаю, что в ближайшее время мы с вами это узнаем. Эту вещь можно использовать в качестве лестницы. Так, хорошо. Смотрим дальше. Это какие-то печи, что ли, получается, да? Это может мне пригодиться. Хм. Интересно. Так, а здесь уже ничего нет. Ну что ж, ладно, давайте вернемся назад. Зачем может понадобиться вот этот крюк? Сейчас эта вещь бесполезна. Так, отсюда мы пришли. И для чего, интересно, нужна лестница? Ну, точнее, то, что мы подняли в качестве лестницы. Так. Здесь есть кое-что интересное. Здесь есть кое-что интересное. Хм. Так, ну может быть, лестница нам здесь пригодится? Здесь есть кое-что интересное. Да вроде бы нет. Интересно, что там внутри. Это либо какой-то напиток, либо пороховая бочка. Так, ну что ж, ладно, давайте попробуем тогда. Попытаем счастье в другом месте. Вот здесь проход завален. Да, наверное, это пороховая бочка. Мы, скорее всего, должны ее скатить и взорвать вот это все. Так, нет.
Холмс оказался довольно-таки ловким. Достаточно, точнее, ловким, чтобы перелезть через груду камней. Так. Тоже какой-то проход. Сплошные лабиринты. Возможно, Ватсон услышит меня, если я позову его. Угу. Ватсон! Ватсон! Бесполезно. Он меня не слышит. Ладно. Я чувствую, что в этом лабиринте, друзья, мы с вами пробудем довольно-таки долгое время. Определенно, алкоголь уничтожил здесь все. Некоторые из этих костей окаменели. Я могу сделать из них факелы. Интересно, с помощью чего? Так, здесь есть что-нибудь интересное? Везде вот эти вот разломы в породе позволяют видеть то, что происходит наверху. Но при этом докричаться до Ватсона, к сожалению, не представляется возможным. Так. Если бы я мог сдвинуть этот камень, я бы продвинулся дальше. Мне кое-что нужно. Ну, по всей видимости, все-таки взрывчатка понадобится куда-то сюда. Но только тащить ее через вот эту груду камней я просто не представляю как. Так, давайте все-таки попробуем добраться до бочки. Как-то же можно сюда попасть. Так. Или, может быть, все-таки вот этот вот крюк задействовать. Так, а подождите. Мне нужно как-то передвинуть эту вещь, не разбив ее. Отлично. Видимо, просто-напросто Холмс не может разглядеть, что находится в бочке. Так, и давайте попробуем. Да. Да, совершенно верно. Вот и готово. Вот и готово, отлично. Ну, теперь-то мы сможем забраться наверх, я надеюсь. Так, да, действительно. Небольшое освещение позволило Холмсу увидеть, как безопасно поставить эту решетку, чтобы использовать ее в качестве лестницы. Угу. Бочка с порохом. Она была плотно запечатана, так что порох может быть еще годен к употреблению. Отлично, это все-таки бочка с порохом. Так, ну порох-то можно насыпать сюда, в пустую флягу. Вот и готово. Так, и это все. Фляга с порохом. Так, не совсем понятно тогда, каким образом ее активировать. И нужно еще сделать факелы из костей. Только кроме самих костей, а нужна какая-то ткань или солома. Непонятно. Ну, скорее всего, сюда, конечно, нужен фитиль, так-то по большому счету. Хотя, давайте попробуем сначала поставить ее рядом с камнем. Немного предусудительно, по-моему, использовать здесь вообще, в принципе, что-то, что может взорваться, потому что на этом приключения Холмса могут закончиться. Замечательно. Я жив. Но фонарь разбился. Разбился фонарь. А мы его никоим образом использовать не можем теперь, да? Отлично. Здесь слишком темно.
Да, все-таки нужно сделать фонарь. О, точнее, факел. Но вроде бы нигде здесь я не видел ничего подходящего на для этой задачи. Кости есть, это хорошо. Ватсон! Ватсон! Буря заглушает мой голос. Но мне нужен свет. И только Ватсон может помочь мне. Если бы у меня был рупор... Рупор-то у нас с вами есть. Я-то, честно говоря, думал, что эта воронка нам понадобится для того, чтобы какие-то жидкости переливать. Ватсон! Что? Это же... привидение. Ватсон! Это я! Холмс! Призрак Холмса! Ватсон! Эй! Ватсон! Всех больше здесь достается Ватсон, разумеется. Прекрасно, Ватсон! Вот и вы! Наконец-то! Да, это я, Холмс! Не волнуйтесь, я здесь! Я весь внимание! Мне пришлось изрядно надорвать связки, чтобы быть услышанным. У вас есть при себе спички? Да. Вот, возьмите. Благодарю, Ватсон. Теперь возвращайтесь и укройтесь где-нибудь от дождя. Кажется, теперь я на верном пути. Не стоит благодарности, Холмс. Я буду поблизости. Просто позовите. Спасибо, мой верный друг. Что бы я без вас делал? Так трогательно Холмс это сказал. Ну, в принципе, я его понимаю. Несмотря на то, что выдержка у него просто потрясающая, тем не менее, находиться здесь внизу, да еще с такими, скажем так, соседями в виде черепов и костей, которые лежат вокруг, что здесь любой, даже очень храбрый человек, я так думаю, испытал бы неприятные ощущения. Ну хорошо, спички мы взяли, но только вот не просто же так кости поджигать этими спичками. Давайте попробуем вернуться назад. Скорее всего, как обычно, опять все пропустил. Давайте попробуем обыскать... так. Место, куда упал скелет, но, по-моему... да. Ну, вы знаете, вот на самом деле ни одного обрывка ткани на нем даже нет. И в помине. Может быть, попробовать, конечно, вернуться к тому скелету, с которого мы сняли кинжал. Может быть, на нем что-то есть. Какие-нибудь лохмотья. Скелет успел окаменеть. Видимо, он пробыл здесь уже много лет. Да нет, вы знаете, ничего. Ну, вообще, я так думаю, что Холмс в данной ситуации вряд ли стал бы разводить церемонии, скажем так, и наверняка использовал бы свой сюртук. Так, ну, может быть, здесь что-то есть? Надежды. Так, отлично. Ящик практически не поврежден. Более того, кто-то промазал его дегтем и запечатал крышкой. Так, ну что же, нам для этого понадобится сломанный кинжал, видимо. Да, совершенно верно. А вот это парусина, парусина и снова парусина. Возможно, ее можно будет порезать на лоскуты. Отлично. Так, супер. Так нам еще и эти тряпки, а вот может быть из них можно фитиль бомба сделать? Бомба готова. Да. Совершенно верно. Так, нам все равно они все еще пригодятся. Замечательно. Так, странно. А, может быть ее... может быть ее нужно напитать каким-то раствором. Давайте мы еще немного осмотрим ящики. Может быть, здесь все-таки что-то есть?
Холмс очень много говорит про алкоголь. Вполне вероятно, мы сейчас с вами найдем бутылочку чего-нибудь крепкого. Хотя, вы знаете, пока я ничего, к сожалению, не вижу. Так, а может быть, бочки? Все-таки в бочках что-то есть. Ну, пока я ничего, к сожалению, не вижу. Может быть, конечно, нам нужно вторую бочку каким-то образом использовать, но вряд ли. Но вот издалека я даже бутылок никаких не вижу. Да. Так, подождите. Может быть, здесь я тоже что-то пропустил. Там лежал скелет, но вроде бы... Хотя здесь есть бутылки. Отлично. Похоже, он любил выпивку до смерти. Ага, еще немного осталось. Фу. Это пойло выворачивает внутренности по меньшей мере на 95 градусов. И с годами оно лучше не стало. Отлично. Как обычно, я все пропустил. Так, и фляга с ромом нам тоже пригодится. Супер. Ну что ж, самое время немного рвануть. Отлично. Так. Да уж. Если упадешь в эту пропасть, то сразу насмерть. Да я так думаю, что от этого взрыва, который только что прозвучал, скорее всего, уже можно насмерть. Ну, точнее, с жизнью попрощаться. Так. Какие-то красные лоскуты. Отлично. Эта решетка покрыта ржавчиной, но все еще крепкая. Ну, понятно, что открывает ее вот этот механизм, и я здесь уже издалека вижу, что какая-то очередная загадка нас с вами ждет, друзья. Так, ну что же. Угу. Самая уязвимая часть этой преграды. Очевидно, ржавый замок. Ну, может быть, можно, конечно, попробовать воспользоваться костями или кинжалом. Это невозможно. Для того, чтобы его открыть? Это невозможно. Так, что здесь? Мне кое-что нужно. А, подождите. Кожаный ремень. Это кожаный ремень, оказывается. Ах, отлично. Вот и готово. Я так и думал. Так, ну здесь вот еще ржавый замок. Так, ну ладно, давайте попробуем сначала решить вот эту загадку. Потому что без этого, я так понимаю, мы с места не сдвинемся. Так, отлично, ну что же. Хм. Так. Ну, давайте попробуем сделать вот так. Мимо. Да, совершенно верно, потому что я-то думал, что они должны встать друг напротив друга. Ну, точнее, выстроиться в одну линию. Хотя... Да, тут как ни вращай, это бесполезно. Допустим, давайте попробуем вот так сделать. Ага, один огонек все-таки загорелся. Так... Отлично. Так, а подождите, может быть, нам не стоит торопиться? Будем подбирать постепенно. Я так понимаю, что две линии у нас уже готовы.
Так, супер. Вот и готово. Отлично. Самая уязвимая часть этой преграды. Очевидно, ржавый замок. Так. Это может мне пригодиться. Круто. Все лежит рядом. Большой камень. Хотя звучит он скорее как канализационный люк. Отлично. Вот и готово. Интересно только, кому нужно было возводить все эти, скажем так, препятствия. Тоже похоже на гейзер. Этот колодец ведет прямо в подземную реку. Отлично. То есть нам еще и поплавать придется, да, друзья? Так, подождите, там есть какой-то проход. Ну вот здесь явно проход. Хотя... Ну не просто же так здесь это углубление. Этот колодец ведет прямо в подземную реку. Может быть, конечно, каким-то образом нам сделать лестницу из тряпок. Я не могу это сделать. Хотя... Этот колодец ведет прямо в подземную реку. Забавно. Этот колодец ведет прямо в подземную реку. Это уже понятно. Этот колодец ведет прямо в подземную реку. Этот колодец ведет прямо в подземную. Это понятно. Но этот камень тоже наверняка здесь не просто так лежит. Да еще и отличается по цвету. Ну хотя, вы знаете. Да и упасть почему-то не получается. Может быть, нам все-таки каким-то образом опять позвать Ватсона? Потому что явно вот туда можно дальше пройти. Видите, здесь не просто в подземную реку ведет проход, но и там дальше еще есть какая-то лазейка. А в других местах этих лазеек нет. Да, совершенно верно. Может быть, мне, конечно, кажется. Интересно, что мы можем из этого всего использовать? Так, может быть, нам вернуться и забрать кожаный ремень? Да, совершенно верно. И теперь, насколько я понимаю, можно спуститься. Этот колодец ведет при... Понятно. Вообще очень странно, конечно. Кожаный ремень мы обратно взяли, но, тем не менее, это нам не очень помогло. Может быть, все-таки нам за Ватсоном вернуться? Или здесь опять что-то взять? Да нет, рычаг для этого не пригоден, это явно. Замок развалился окончательно. Так, давайте попробуем вернуться назад. И позвать Ватсона. Так, но это не здесь. И не здесь. Странно. Может быть, конечно, вернуться к изначальному месту, откуда мы пришли, куда Холмс, к сожалению, упал. Ну, вообще, самым логичным, конечно, было подняться вот на вот эту конструкцию. Да, надо торопиться. Надо торопиться. Да вы знаете, нет. Все-таки каким-то образом нужно искать способ спуститься вниз и попасть туда, куда мы должны попасть дальше.
Ну да ладно. Что ж, друзья, я предлагаю все-таки продолжить проходить эту замечательную игру уже только в следующей серии. Вот так вот, такое подземелье нам попалось. И, в принципе, я-то думал, что мы здесь задержимся надолго, но я так считаю, что в следующей серии мы уже отсюда выберемся. Что ж, напоминаю, что с вами был Добрый Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.